вот это еще раз. Этот снимок один из козырных для будущих книг. Итак, один из саженцев, купленных Железовым Сергеем, пришло по почте, там было 6 персиков, умерли сразу, так, сразу, листья уже выпустили, вот такие, белые, белого цвета, желтоватые. И 6 было к наклону подвоев яблонь. Что нас интересовало? Вот эта часть. На данный момент у меня спаслось, вот сейчас только это, настоящий, у меня Golden Delicious как бы не настоящий. Не, красавцы, 500 грамм, но неправильный, потому что Golden это совсем другой яблоко. Но было написано Golden, я виноват на бирке. Ладно, теперь пришел настоящий Golden. Как мы делали? Вот это раз, и привили. Вот ради этого, второй случай, первый про персики я рассказал, купил персики полудохлые, но мечтать не вредно. А вот этот, внимание, крупный план, я уже показывал раз, ну не обидите же. Надеюсь, новички есть. Смотрите, как это случилось. Это даже не корневой отводок. Корневые отводки, это место не гниет. Им судьбой предназначено, это место крепкое. А это палка, которая была... Ой, я не тут показываю. Вот с этого места, вот отсюда, вот отсюда, вот отсюда, до сюда. Вот их корни эти жалкие, паршивые. Это было пророщено, это место. Потом здесь была вот так вот вертикальная ветка, она продолжалась. Сбоку была вживлена почка. Вертикальная ветка была отрезана. Теперь что? А теперь она сгнила. Почему? Потому что или небрежно это было, или специально. Помните, яблони дают дополнительные корни. А пусть даже корней-то с горьким хер. Тогда получается, взяли вот так, закопали, вот видимо, до сюда, чтобы дало корни. А дальше, что такое полив капель? Это вечная сырость. Вечная сырость. И уже до продажи он сгнил, но как Сергей проверит? Ну и мы прислали уже это, полумертвую. Спасибо, вот эту веточку мы спасли, вот это вот. Вот этот кусочек мы спасли. А это сдохло, пожила тут немножко и сдохло. Вот. А, ладно, не буду отвлекаться, хотел даже потащей показать. И вот это вот, еще знаете как, там у меня была, мы с вами проходили прошлый вебинар, вспоминаем, оппонент что написал? Есть прекрасные промышленные сады, прекрасные, вот, где, то есть я не прав, клонок по двоек можно прекрасные сады выращивать. Сады прекрасные, я могу клонок по двоек, я железо могу выращивать. Я возьму железобетонные столбы, которые не гниют. Я сделаю шпалеры, там, с любой проволокой, вот так, рядами. Я проброшу, они, у них же корни его, в обуцок всего. Я проброшу этот шланг, где будет вечно капать вода, струиться, по каплям, вечно. Вот. Я сам лично выращу подвои, вот. Подвое. Я сам лично железо привью, и у меня получится сад такого же уровня, как на юге. То есть Италия, Испания и прочее, это самое, Голландия. Даже такие сады появились у нас на самом юге. А как правило, самое лучшее у фермеров. Надеяться на институты бесполезно. Там, ну, самая главная беда, знаешь, как это? Равнодушие. Мы делаем вид, что платим, а они делают вид, что работают. Вот так, такое, помните, перестроечная горькая шутка. Вот. Но есть такие, вот. Но дело-то не в этом. Дело в том, что простому, вот этот товарищ, который меня обвинил в том, что я зря накинулся на эти промышленные, вот он, значит, ну, еще, наверное, вернемся к этому. Но главный-то смысл. С чего ждать-то от этих от продажных саженцев? Вот от этого дерьма, чего ждать? Вот то, что вырастет та красота, которую мой оппонент привел пример. А? Чего ждать? Вот этого, вот с этого вот. А у меня таких снимков уже несколько десятков. А путнего ни одного, чтобы вот человек раскрыл посылку. Посылка вот такая вот, знаете, как чуть длиннее коробки из подобия, вот чуть длиннее. А в ней целиком с корнями саженец готовый.
Да чего не обрезано? Вы представляете, вот такое чудо. Вот. И хвастаются, говорят, какое чудо.